хочешь заработать деньги без вложений и ничего не делая, то переходи по ссылке в описании под этим видео. Всем привет, это школа пикапа. И сегодня я научу тебя, как цеплять девчонку с помощью телефона. Девочки, привет, можно присесть? Я извиняюсь. Вы не подумайте ничего плохого, меня зовут Иван, я очень добрый человек, живу по библейским законам, все нормально. Я увидел, какие вы просто прекрасные, и решил вам это сказать. Я не знаю, мне бы было бы приятно с вами пообщаться, но, честно говоря, очень мало времени. Даже не успею ваши телефоны взять. Есть мой, я вам его оставлю. Не переживайте, у меня таких телефонов еще достаточно. Тем более, это 4-й айфон. Я на него сам позвоню, но главное, вы возьмите трубку. Вы очень приятные девушки, вот я его оставляю. Давайте мы не будем. Не бойтесь. Давайте мы так не будем. Стойте, ничего. Связывает нас просто потом. Да. Нет. Ну давайте так договоримся. Если я позвоню, вы возьмете трубку и со мной мило побеседуете. И если я вас все-таки не удивлю, просто, пожалуйста, мне по почте отправляйте телефончик. Вы просто очень приятные дамы. И мне не жалко, я его все равно... От нее избавляться должен быть. Простите, мне надо лететь. Все, удачи вам. Держи. Вот, и мы с тобой встретимся. Что мне сделать с этим телефоном? Пускай у тебя будет, главное не выключай. А я на него позвоню, и мы с тобой встретимся. Все. Девчоночки, сори, извините, конечно, вы очень милые дамочки, но вы не видели, какая там курочка, там такая сладенькая, вам до нее еще расти, там просто такие, желаю вам быть, как она, сори, все, пока, девчонки, я побежал кадрить такую цыпу. Извини, пожалуйста, можно я телефон возьму? Просто там девчонку увидел поярче немного. Ладно, я хорошо. Ей... Просто у нее там, ну, сори. И ты сейчас в кофте, как бы не все видно, а она там в короткой юбке. Летом, может, мы еще увидимся, но я лучше ей вы пойду. Странные. Нет, ну реально там поярче девчонка. Все, пока, извини. Слушай, я третий раз к тебе подошел. Это был прикол изначально. Скрытая камера. Это был самый дурацкий пикап. Мы тебя разыгрывали. Ужас, какой кошмар. Ну почему? Ну смешно, мне кажется. Это была шутка, это была скрытая камера. Мы вас разыгрывали. Я говорила, куда улыбаться? Да, куда улыбаться? Вон камера. Помахайте рукой. Ну вы очень милые.